А да. Пусть идет, пусть идет. Цинк. Заточка идеально, идеально. Я считаю, это что... Это мятый. Немножко, влажный. Немножко сырой чек. По влажности. Потому что у нас тут дождик идет. Да, по влажности это очень большое значение. Рез прям шикарный. Для сравнения, любым другим ножом, любым другим складничком. Ну вот Виспер тоже очень острый нож, очень острый для моих понятий. Но я его точил. А, это не с завода. Это не заводская заточка. Я его подправлял на камушки, но тоже работает. Ну да, тоже неплохо. Да. Но если взять сейчас конвоир откопать, мне кажется, он не будет так почекать. Да нет, так, конечно, нет. Потому что здесь он загнется. Вот так вот.